Итак, всем привет! Сегодня я вам вещаю из багажника. Это значит, что будем делать очередной обзор на мои инструменты, которыми я пользуюсь в подборе автомобилей. Сегодня я хочу вам рассказать по поводу РДшки толщиномера, которым я пользуюсь. Это мой самый главный основной толщиномер. Это РД-1000 Ультра. В чем его преимущество, основные недостатки и кому вообще он нужен или не нужен. Начнем с того, что РД-1000 и РД-шка это один и тот же толщиномер, по сути, только РД-1000 Ультра имеет Bluetooth для работы с приложениями и датчик металлизированной шпаклевки. Честно говоря, в датчик металлизированной шпаклевки я не верю. Когда-нибудь я сделаю вам видео и сниму разоблачение, если это действительно разоблачение будет. Потому что толщиномеры с датчиком оцинковки и так увидят металлизированную шпаклевку. Вот. И хочу сказать, что это сейчас на рынке самый лучший, самый быстрый толщик. Раньше я говорил, что самый лучший толщик Итарик, да, но он самый точный. А этот самый быстрый и самый, так скажем, короче, все мои коллеги им пользуются. Что-то тут становится шумно, много людей, пойдемте в машину, дальше расскажу по толщику. Короче, не буду дальше вас утомлять, что, как, почему и зачем. Толщик этот в данный момент стоит в районе 9000 рублей, 9-10, в зависимости от того, где вы будете его брать. И он полностью стоит своих денег. Почему? Потому что он очень быстро работает, сейчас выйдем, я покажу, и достаточно точный. Итарик более точный по ощущениям, но этот нормально точный. Сейчас они сделали нормальный. Потому что толщик РД-1000 на маленьких толщинах мандил. Этот на маленьких толщинах работает нормально, и этот не глючит. Он у меня заглючил только один раз, когда я случайно нажал на калибровку. Пришлось пользоваться старым Итариком, а сейчас с ним все нормально, я уже пользуюсь им достаточное время, вообще никаких проблем нет. Это мой новый толщик, потому что РДшку я потерял предыдущую. Измеряет он, конечно, в микронах, и даже, что еще вам показать, он оцинковку определяет, он определяет алюминий или чермет. Им удобно подлезть куда угодно в целом, кроме лонжеронов всяких. В общем, самый must-have толщиков. Пойдемте покажу, насколько быстро он работает, насколько он точный. Да и в целом вам больше, наверное, ничего не нужно от этого обзора. Вот у нас. Я начинаю работать с ним. Он запускается быстро. И прям можно делать несколько измерений рядом очень быстро. Это лучше, чем в РДшке. Ой, в РДшке, в Итарике. И детектится все очень хорошо. Смотрите, здесь есть датчик цинка, естественно, и поэтому пишет черный металл плюс цинк. И вот для примера он спокойненько переходит, видит черный металл плюс цинк через пленку. Ну, можно считать, что это окрас. Как будто бы. И так он тоже видит цинк. Самое важное, что он удобно прикладывать вот на такие покатые поверхности, в отличие от Итарика. И работать с ним очень удобно. При необходимости можно перевернуть экран. Вот. Сейчас бы это вернуть обратно. И вообще, это, наверное, самый лучший толщик, который я брал в руки. Он работает очень быстро. Везде детектит, где нужно цинк, где не нужно не цинк. Проходится очень быстро по всем поверхностям и очень удобен. Даже вот на такой поверхности его удобно применять. Именно поэтому у нас все ребята пользуются этим толщиком или Фениксом. Феникс, по сути, его клон, наверное. Хотя РДшка сама клон Итарика. Вот, в общем, так, про РДшку я рассказал. РД-1000 Ультра рекомендую к покупке, если вы занимаетесь подбором автомобилей или хотите заниматься сами проверкой автомобиля перед покупкой. Он вам нужен. Если нравится рубрика, ставьте лайки. Не нравится, не ставьте. Подписывайтесь на канал, пишите, что вам нужно еще обозревать. Я уже не знаю, все сейчас буду обозревать, мне кажется. Как-то так, всего доброго.